Всем привет! Сегодня я играю в Blob Defense. У меня будет свой замок. Что тут делать дальше, я не знаю, но знаю, что мне нужно его защищать, охранять. Вон кто-то тоже там живет. Да, похоже, да. То черный там нет никого, вот здесь кто-то есть. Так, что мне надо? Мне надо кемпнуться, да? Пам! Вау! То есть я что, прям посреди двора кемпнусь? Ну давай, place. Ну, place. Как тебя плейснуть, а? Ну. Так, что-то я не пойму. Escape. Там. Кэмп. Ага. Кэмп. Воу, наконец-то. У меня есть кэмп. То есть это никто... Никого здесь нет, что ли? Я здесь сам в этом сервере? Нет, кто-то там есть. Какой-то арашхун. Так, есть мой кэмп. Что-то я здесь могу построить. Пам-пам-пам-пам. Вау, у меня есть блоки так много. Пам. Йоу, у меня много блоков. Так, защищаем свой этот. Item already used. Так, у меня больше ничего нет. Что у меня есть? У меня есть... Лучник у меня есть! Йоу! Ну, как тебе поставить лучник? Ага, он только здесь может быть? Так, все, больше нет. И у меня есть еще один... Не, нет никого. У меня нет этих чувачков. Окей, окей, окей. У меня больше ничего нет. Пам. Так, и как теперь? Ага, теперь я буду начинать сейчас эти сражения. Ла-ла-ла-ла. Так, у меня ничего нет. Все, я все использовал. Окей? Окей. Шоп. Понятно. Мерч. Нет у меня ничего. Лобби. Телепорт лобби. Ноу. Закрыли. Сейв, стим, бла-бла-бла. Так, и как теперь? Кто на меня будет нападать? У меня ноль денег. У меня такой минимальный этот... вот, play. Кнопочка play. И level one. Старт. У меня минимальный такой кэмп. И сейчас на меня будут нападать. И это мои защитники. Вот такие блабы. Обычно их блобы, я знаю, называют шарики всякие. А у меня блаб. Вот такой блаб будет меня защищать. А ну, блаб! Но. Я чувствую, я, может, не там стал. Так, давай, блаб, защищай меня. Хотя, пока, я думаю, мне хватит силы. У меня 840 HP. Одного осталось убить, да? Бам-бам-бам-бам-бам. Ну, давай, падай. Падай, блаб. Есть! У меня сундук за победу. Я заработал 70 баксов. Я за 70 баксов могу купить что-то. Йоу, что такое? Я за 70 баксов могу кого-то что-то купить. А ну, и что там будет? Бам! У меня еще 8 вудлогов. Окей. Я что-то могу мерчить там? А ну-ка. Так, вудлог. Так, что, чего равно 1? Вот это, например, сюда. Не получится. Ладно. Так, где мои вудлоги? Пам. Пам, 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 пам. Короче, продолжаем устраивать свой этот кемп. А как же мне взять новых чувачков, а? Вудлоги, давай ставимся. Так, есть, да? Окей, окей, окей. Вот этого могу я переставить? Не, давай мы вот это, лучник, у меня один. Один лучник. И давай мы его поставим вот сюда. Пам, нет, не получится. Так, как отсюда выходить? Ну, закрыть. Окей. Лучник, я могу тебя переставить? Нет, не могу, ничего сделать. Попробуем еще раз нажать что-то. Вот, новая волна. Также два чувачка идет. У меня уже 1000 HP. То есть мой замок разрушить все сложнее и сложнее. О, ну их уже трое. Там было двое, сейчас уже трое. О, oh, ноу. No. Лучник, ты успеешь всех пострелять, а? Что-то 1 секунда, а 20 секунд? Что это значит? Непонятно, какие-то секунды идут. А, моего лучника побили! Ох, я чувствую, что я проиграю, нет? А если 10 секунд пройдет, я выиграю, нет? Что значит вот эти секунды? 5, 4, 3, 2, 1. Та-дам! Не, еще 20 секунд. Короче, меня сейчас побьют! Сейчас у меня что-то будет. Oh no. Oh no, oh no, oh no. И что, мне просто сидеть тупо ждать, пока меня побьют? Я их не могу побить, а? Кли-кли-кли-кли-кли-кли-кли. Не, они не бьются! Я не могу никак защищаться. Ладно, аборт. Окей, окей. Они уйдут отсюда, нет? Дефит, я поражение потерпел. Уходите давайте. Ну я же уже проиграл, а? Есть, наконец-то. Фух. Пробуем делать что-то, перестроить, наверное, да? Надо нашего лучника как-то, что-то, куда-то удалить. Тут есть кнопочка delete? No. Что? А, вот, раз. Давай мы заберем раз, два, три. И давай еще один. И попробуем их поставить вот так. Раз, два, три. И
А как лучника переставить? А, также удалить, наверное, да? Удалить лучника, поставить лучника вот сюда. О! Вот теперь, я думаю, что-то должно получиться. Команды, команды... О, уже три участника, но я никого больше не вижу, только вот одного. Ну и ладно. Пошли дальше. Так, начинаем. Новая волна, старт. Сколько их придет? Тогда пришло три. Сейчас два. Ха, изи. Вот как-то я тогда двоих победил. Они не с той стороны пришли, да, окей. Так, вот мой лучник. Два вот этих монстрика. Пока что все выглядит красиво, да? Сейчас это все на изи. Мой лучник их всех постреляет. Мне бы еще одного какого-то лучника или меченосца. Так, и давай падай. Падай. Падай, сказал. Ну, давай. Есть. Есть, есть, есть. Я заработал опять 70 баксов. Я их могу потратить опять на новое яйцо. А что там, интересно? Ага. Так, где яйца? Вот, а что здесь? Там можно пройти? Не, нельзя. Тут просто яйца. Короче, я должен защищаться, зарабатывать новые яйца. И там, может быть, мне что-то интересное попадется. Больше у нас ничего нет. Окей. Пробуем что-то прикупить. И я получил укрепленный крейт какой-то. И там в нем... Не понял. А что в нем было? Один только камень я получил? Не понял. Один блок только я получил. Ну хорошо, давай мы один этот блок поставим вот сюда. Не понял. Блок. Ставим сюда. Есть. Один только блок. Но он какой-то там укрепленный блок. Хорошо. Пробуем пройти опять, да? Старт. И что там? Кстати, а какая это волна? Я не понял. Там где один или там где два? Их три! Их трое! О, ноу! О, ноу! Лучник, стреляй! Они идут! Да, наверное, если я сейчас проиграю, надо будет лучника переставить на укрепленный этот блок. Но я думаю, я не должен проиграть. Еще же лучника, может, как-то прокачивать можно или что, я не знаю. Так, один упал. Окей. Один упал, и это хорошо. Сейчас я должен этот уровень пройти. Еще один упал. Отлично. Отлично. Они все падают. Короче, сейчас пару выстрелов, и все, и он упал. Есть, новый этот, я заработал 75 баксов. Оу-е-е. Идем, конечно же, покупаем новый этот. Новое яйцо. Что оно у меня вечно это разворачивает? Так, новое яйцо. Что я тут получу? Па-бам! Еще один рейнфорс. Та ё-моё, что так слабенько? Что по одному только? Ну хорошо, давай мы пойдем его куда-то поставим. Вот этот укрепленный блок мы поставим, ну где? Ну вот здесь внизу, да? Па-бам, па-бам, па-бам. Вот так вот, внизу. Хорошо. И пробуем проходить дальше. Что сейчас будет? А ну-ка. Сколько их будет? Я не знаю. Вот я просто нажал старт. Трое. Трое. Но троих я уже побеждал. Это ерунда. Ох, нет, их пятеро! Охо-хо-хо-хо! Это уже опасно. И они идут как раз с той стороны, где у меня нет укрепленных блоков. Так нечестно. Один упал. Хорошо. Один упал. Сколько у них там? 170 здоровья. 150. Окей. 40. Так, сейчас, ну давай, 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 лучник, лучник, давай, 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 давай. Вот этот Shieldman, он какой-то сильно крутой, у него 170 здоровья. Давайте, падайте, 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 падайте. Один Shieldman будет самый крутой, но я думаю, что сможем его как-то победить, а? Так, у этого 80, да? У Shieldman все еще 170. У этого уже 30, еще раз, два разочек попасть надо по нему. Есть, упал, все, Shieldman, все, осталось немножко. Но Кэмп, он мой тоже разрушает, но я думаю, мы успеем, да? 90 у него осталось. У Кэмпа 140, 130. Так, еще 4 выстрела. 4 выстрела, давай! И есть! Сколько я заработал здесь? 80 баксов. Мне кажется, мне надо будет перестроить немножко свой замок. Так, я победил. Это было немножко даже опасно. 3 вудкрейта. Хорошо. Окей. Так, они в основном идут отсюда. Давай-ка мы отсюда их и поукрепляем. Так, построить. Где построить? Вот, три вуд, это в смысле деревянных. Пам-пам. Все, еще можно один. А, я тут стою, мешаю, типа. Теперь мы удалим немножко отсюда. Давай вот этот укрепленный. Вот эти, и вот, вот этот, и вот этот. Уберем. Оу! А я что, удалил свой кемп? Ты. Есть. Кемп есть. Теперь строим. Что у меня есть? Есть два вуда. Два деревянных. И есть один укрепленный. Вот так вот. Good. Я думаю, good. И можем начинать. Пробуем. Начинаем что-то новое. Я немножко укрепился. Но они опять идут туда, где незащищенный я.
Их четверо, пятеро. И они опять идут там, где нет защиты. Ну, правда, вот один, нормально, один ударился вот в укрепленный. И это этот Shieldman? Нет, Swordsman. Вот Shieldman. Ой, но два Shieldman. Три Shieldman, или сколько их там уже есть. Так, один упал. Так, один Shieldman, два Shieldman, Swordsman, Knight. Короче, есть всякие разные тут. И рыцари, есть щитоносцы, рыцари, и кто там еще? Где там? А ну как они? Меченосцы, вот. Так, падайте, 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 потому что они уничтожают мой лагерь, я чувствую, я здесь не выиграю, но я проиграл. О, ноу. Ну, проиграл я, что дальше? Ну, хватит уже, давайте позорить меня. Так, что же делать? Давай-ка мы немножко что-то здесь поменяем. Я на углах поудаляю вот эти вот блоки. Раз, два. О, я кемп случайно удалил. Опять ставим кэмп, пам, и блоки, вот, самые мощные ставлю вот здесь и вот здесь. То есть я защищу свои пару сторон, вот еще вот этих. Ну, давай, что ты не кликаешься, вудлок, пам, и вот здесь, пам. Как-то можно еще что-то переделать? Я думаю, можно убрать один вот этот блок, сильно высоко мой. О, он на высоте стоит, йоу, круто. Так, и сейчас мы этот блок поставим где-то. Где мы его поставим? Давай вот здесь. Так, ставим вот сюда. И теперь попробуем пройти. Смотри, как я на высоте, мой лучник. Это прям круто. I like it. Попробуем сразиться. Это все еще level 1. Ага, упал мой немножко лучник. Ну, ничего, нормально. Я так и хотел. Если честно, я так и планировал. Так, сколько их идет? Двое? А, то есть после поражения у меня все начинается сначала? После поражения у меня все начинается сначала. Ну, это хорошо. Это значит, что я двоих уверенно сейчас тут победю. И перейдем. Может, что-то докупим и укрепим. И есть. Я... Нет, еще нет. Ну, падай давай. Сколько там у тебя еще? 30 HP, да? А где же я, интересно, получу новых этих чудиков? 70. Есть. 70 денег. Ну, давай, парам-парам. Разворачивай меня. И... Покупаем новое. Есть. Что я получу? Еще один Reinforced Crate. Хорошо. Окей. Я согласен. Мне так подходит. Где мы можем поставить усиленный? А усиленный давай-ка мы... Что это такое? Я не знаю. New Code, Likes Code. Короче, неважно. А, кстати, 150. А у этого 100. Вот эти покруче. Вау. Давай-ка мы вот этот заберем. И поставим вот сюда укрепленный один. Ага. А сюда где-то поставим вот этот обычный. Есть. То есть мой замок стал все лучше. Мой кемп... Ух ты. Мой кемп стал реально такой немножко более укрепленный. Если сейчас придет только три чувачка, а вот они трое, то это мы легко отразим это нападение. И да, Shieldman ни одного, все свордсмены. А у них, кстати, они меченосцы, но у них вместо мечей у них косточки. Они какие-то первобытные блабы. Итак, чудики, блабы, падайте. Я сейчас после победы куплю еще немножко блоков. Они так разрушили всю эту сторону. Короче, эту сторону надо будет укрепить. Вот сторона, которая напротив меня, ее надо будет укрепить прям очень хорошо, иначе это опасно. И, ну, падай, падай. Есть, я заработал... Сколько там? 75 денег. Идем, покупаем новое яйцо и опять укрепляем свой замок. Кстати, интересная такая игрулька. Она такая не быстрая, не очень опасная в плане там, что ты быстро проигрываешь или что. Но требует много ресурсов, требует много всего интересного. Так, Woodcrate. А, я же там могу что-то мерджить. Ну, пока мне рано мерджить, мне надо хорошенько укрепиться. Итак, у меня есть два вот таких блока. Раз и два. Есть, укрепились, все ресурсы потратили. Переходим на новый уровень. Ну, новое это, сражение новое. Раз, два, три чудика, да? Всего-навсего четыре. Четыре чудика, но нет ни одного шилдсмена, которые вот это мощные. Все вот эти слабенькие. Так что окей. Окей. И я вижу, они всегда идут. Вот я не помню, вначале шли, по-моему, в другую сторону. Но сейчас почему-то идут все с этой стороны. Поэтому надо больше укреплять именно эту сторону. Сейчас мы поукрепляем. Сейчас. А, вот уже один Shieldman есть, да? Да. Вот следующий уровень, который будет, следующая волна, это то, что я еще не проходил, там, где я вот поражение потерпел. Так, этот Shieldman реально разрушает мой кемп.
Так, давай, ты уже падай, чтобы он уже почти в спину стрелял, мой лучник, а? Ну, давай уже, падай! Есть, наконец-то, все, сейчас мы щилцмена завалим. Но это уже чуть-чуть даже опасно. Ну, я, конечно, выиграю этот уровень, но если бы немножко еще один чувачок такой был, все, я бы проиграл. Поэтому нужно еще хорошенько тут поукрепляться. Прям надо очень хорошенько поукрепляться. Есть. Победа. Я взял 80 денег. И это я все еще могу купить. А, стоп. Так. Победа, 80 денег. Есть тут яйца за 100. Но пока что 100 денег у меня нет. Я все еще покупаю вот... А, есть! Стоп! У меня есть 100 денег. А ну-ка. Я могу купить человека, наконец-то! Ну, блаба нового. Итак, 30% сбитый лучник, а дальше какие-то покрутые. А ну, па-бам. Что мне повезет, сбитый или лучник? Лучник, окей, пускай будет лучник. Арчер 2. Все, отличненько! Отличненько, прям очень классно. Так, короче, я не усилил этим блоками, но я усилил лучником. И тот лучник левел... Но это Арчер 2, мне кажется, этот покруче Арчер. Вот я не понимаю мощность его, тут не пишет. Но мне кажется, что он реально покруче. Так, смотрим. Новая волна, укрепление я не добавил, но я добавил второго лучника. И это прям вау. И посмотрим сейчас, как новый лучник будет стрелять. Да, тот еще спит, этот уже 2 выстрела сделал. Так, отличненько. Вау. То есть, вот эти яйца, это ресурсы. Вот эти яйца, это лучники. Ну, там всякие эти бойцы, в общем. Так, ну, крутенько. Так, лучники, давайте долбите всех. Я, может, еще одного лучника сейчас куплю. Вот если сейчас я заработаю 100 денег, если мне дадут, конечно, не знаю. Я куплю еще одного лучника. Ты что? Вау. И победа. Победа, мне дали 86 денег. То есть как-то так непонятно. Не 90, не 80, не 100, а 86. Хорошо, я покупаю ресурсы. Я покупаю, что я покупаю? 8 вудлогов. 8 вудлогов мы сейчас расставим по сторонам. По каким сторонам? Мы не знаем, откуда будут приходить нападающие. Поэтому я с каждой стороны поставлю по 2. Вот так вот. Вот. И вот с какой бы стороны ни бежали, они немного задержат нападение. И посмотрим. Может быть, мне удастся даже сдержать новую волну. Хотя, естественно, я немножко сомневаюсь, потому что вот прошлое нападение было достаточно опасное. Так, старт. Новая волна. Это самое опасное. Здесь я еще никогда не был. Здесь я еще ничего не проходил. Вау, какие у них биты. Ё-моё, сколько у тебя здоровья? 100. У тебя 170. Это уже не просто косточка, это уже вау, косточка. Да, задерживают. Вот эти блоки, которые я поставил по сторонам, они немножко, не сильно, но задержали все-таки нападение. И посмотрим, удастся ли мне выстоять этот раунд. Мой лучник упал! О, ноу! Если сейчас упадет лучник, все. Если сейчас мой лучник упадет... Не упал. Пока держится мой лучник. Фу-фу-фу. Но все равно вряд ли мы выстоим, потому что мой кэм сильно слабенький. Фух, я так понимаю, мы начинаем все сначала. Ну, то есть, мой кэм остается такой же мощный. Правильно? Где мой кэм? Да. Мой кэм остается такой же мощный, но... Мои ребятушки... Это самое. Но раунд мы начинаем с самого-самого начала. Поехали, старт. Итак, 2 чувачка идет, правильно? Я правильно понимаю? Ну-ну-ну-ну-ну-ну, где они? Если 2 нападающих, есть, точно, 2 нападающих. Сейчас мы отражаем это нападение. Есть, легко отражаем это нападение. Лучник, это крутой, прям нравится. Я хочу еще одного такого лучника. Я не жду нового укрепления. Ничего сейчас не покупаю. Я не покупаю ничего. Почему ты меня сюда прислал? Я не хочу сюда идти. Я сразу же начинаю новый раунд. И куплю, может, еще одного лучника. Точно. Сейчас, после этого раунда, я покупаю третьего какого-то лучника. Но лучника надо ставить повыше, да. Надо будет что-то, может, переделать. Так, второй раунд. Отбили легко. Нет, еще не отбили, но легко. И есть победа. А может мне попробовать отбить... А, ну тут 400 или 300, да? 300 денег я смогу заработать? Не знаю. Или купить лучника. Давай купим лучника, давай. А посмотрим, кто попадется. Я же не знаю, лучник, не лучник. Oh no, самый обычный спортсмен какой-то, я не знаю. Насколько он крутой, поможет ли он мне? Потому что что-то мне как-то...
не по себе. Ладно, давай поставим этого бойца. Вот мой боец. А где же бойцов ставить? Где же бойцов ставить? Стоп, у меня он есть? У меня его нет, что ли? Плюс, что я что-то, какие-то плюсы нажал. Раз, раз. А, вон они! Вот они! Вот они! Они внутри кемпа! То есть это классные чувачки! Подожди, а я этих тоже могу увеличить? Нет. То есть этих как-то я понажимал плюсики и у меня появились новые сворцмены. Ну интересно, интересно. Так, продолжаем. А ну-ка. То есть когда те прорывают защиту лучников, внутри еще стоят защитники вот такие. Маленькие, но классненькие. Блобы такие. Блабы. Так, сколько там их идет, я уже сейчас не помню. Какой это уровень сейчас идет. Вот они стоят пока без дела. И когда эти блабы черные прорвут оборону... Так, падай. Есть, упал. Победа. 80 монет. Окей, давай пробуем дальше. Пробуем дальше. Мне аж интересно, когда будет прорыв обороны, как они будут защищаться. Старт. Это четвертый. Я этот проходил еще, мне кажется. А учитывая, что у меня вот два бойца появилось, я что-то думаю, что это сейчас я опять легко пройду. Лучник. Этот реально крутой лучник. Он прям нормально стреляет. Этот пока спит. Тот прям уже начинает стрелять хорошенько. Так, прорыв обороны будет? Чувствую, что будет. Ой, главное, чтобы лучника сейчас, главного вот этого самого. О, вот, вот он подошел! Он подошел и по башке ему! А ну, подошел и по башке ему! Отлично! Вау! Я сначала расстроился, думал, что мне каких-то бестолковых дали этих героев. Но они прям молодцы! Они прям по башке, с одной и с другой стороны. Прям вау, круто! Круто! Прям круто, йоу! Так, что делаем? Покупать еще бойцов? Или попробовать рискнуть? Давай купим. Это последний, кстати, этого уровня. Покупаем еще бойцов. Па-бам! Еще спортсмен, есть! А ну-ка, и где он у меня? Где он у меня? Плюс один. Так, так, бойцы. Пам. Плюс, конечно же плюс. Все, у меня три бойца. А как тогда у меня два появилось, я не понимаю. Может, я случайно затупил и в начале игры не поставил его? Скорее всего, да. Старт. Самый сложный уровень, который я еще никогда не проходил. Но и самая крутая команда. У меня 5 блабов моих классных, красненьких. Так, где эти враги? Враги с той стороны идут. Их много, их очень много. Но у меня также много... Ой-ой-ой. Чувствую, что сейчас моего лучника могут завалить. Но, у меня есть блабы. Они выходят, защищают лучника. Еу, они втроем прям валят хорошенько. Лучник упал, но блабы его защищают. Да. И... Что это было? Победа! Ху! Yes! У меня плюс яйцо, плюс 300 монет. Йоу! Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу! Это прям круто. У меня есть... Ворота еще, йоу. Ворота, яйцо. Е-е-е-е-е-е. А как яйцо открыть? Так, какое-то серебристое яйцо. Так, то есть я его могу открыть без денег, что ли? Не понимаю. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Давай смотрим. И, так, у меня есть деревянные ворота. Где-то их можно поставить. Ну, например, вау. Вот здесь. А что они не ставятся? Ворота, вы что? А, они только на землю ставятся, что ли? Пам. Хе-хе-хе-хе-хе. Вот такие ворота. Может, надо немножко поперестраивать. Да, то как-то ворота тупо стоят там. Давай мы немножко тут поудаляем. Итак, раз, два, три, четыре, пять. И ворота тоже. Теперь берем ворота. Ставим их прям вот так. Сюда они не двигаются? Нет, вот так. Вау, какие ворота! Только что они открылись? Давай мы удалим еще вот это. Пам-пам. Ворота. А закрыть как их? Эй, ворота, вы что? Remove all walls, all... No, ничего не remove, стоп. И теперь ставим укрепление. А как их ставить тут? Ну давай попробуем. Раз. И что еще? И woodlock. Посмотрим, как ворота сейчас будут работать. Так. Здесь я по... Переделывал немножко. А, еще же надо поставить на высоту моего этого лучников. А то он сильно низко стоит. Нет. Давай мы его удалим. И поставим. Так. И поставим его вот на укрепленный блок. Чтобы он надежнее там стоял. Так. Лучник наверх.
Так, ну я уже так как будто бы все построил, но у меня же еще есть 400 денег. Лобби, сейв, стим, бла-бла-бла. Мерч. Что я могу замерчить? Один вудлог, вудкрейты. Ага, я могу делать вудлоги. Ну, короче, пока еще рано, наверное, это все делать. У меня пока не так-то много ресурсов, чтобы мерчить. Сейчас я могу пойти купить что-то за 400. Или бойца за 400, или непонятные какие-то сундуки. Я выбираю бойца. Итак, новый боец за 400. Спирмен. То есть копьеносец. Окей, где мой спирмен? Смотрим. Построить. Спирмен. Бла, бла, бла. У меня внутри, в моем замке, новый чувачок. Копьеносец. Мне интересно, ворота, вот они как-то так тупо стоят здесь. Вот я их поставил, но они как-то тупо стоят. И мне не нравится, как они стоят. Давай проверим, что это будет. Копьеносец крутой, кстати, за 400 денег. Вот эти вот по 100, копьеносец по 400, правильно, да? Где там цены? Да. Давай пробуем. Пробуем проходить новый уровень. Level 2. Вот как эти ворота, мне интересно, сейчас сработают. И... Так, куча нападающих или нет? Трое, оу, 7 человек. О, этот вышел прям встречать. Вот для чего ворота, я понял. Из ворот выходят блобы всякие. И валят всех, прям встречают. Вот, и копьеносец сейчас выйдет. Вот он вышел, типа, как будто бы из ворот. Хотя он вышел через дырку. Да, круто, кстати, очень круто. Копьеносец прям молодец. И эти блобы все. Смотри, он со спины подходит и колет всех. Еее! Это прям вау. Но мне надо немножечко сейчас перестроить. Есть, победа. Я заработал за победу 98. А почему не в 100? Не, ну все равно прикольно. Так, смотрим, что дальше я могу сделать. Я хочу перестроить. Немножко. Так, удаляем. Раз, два. И ставим их, эти блоки. Давай мы их поставим вот сюда. Ну, вот сюда. Раз. О, да. А то там как-то сильно дырка была. Прям бери да заходи. Все, отличненько. Переходим к новому раунду. Посмотрим, сколько я сейчас смогу пройти. Вот с такой командой смогу ли я отразить следующую волну нападения. О, пошли. Выходите, блобы. А почему они не выходят? Может, я им блоками завалил ход? Я им блоками завалил вход. Это было тупое. О, вот. Ну сейчас вход открылся, да. И они тут прям через дырку пошли валить. Там какой-то новый нападающий. Какой-то пенек-мен. 300 HP у него. Ух, чувствую, я сейчас тут не смогу пройти. И даже то, что я там немножко неправильно построил, это не важно. Потому что... Ой-ой-ой-ой-ой. Свордсмен, тритмен, блин, ё-моё. О, упал пенёк, самый страшный упал. Так, трое осталось. Но у меня остался один лучник и один сбитый, который. Есть, фух, победа. Фух, ну это было реально очень опасно. Очень опасно, прям вау опасно. Так, что у нас здесь? У нас здесь все круто, но вот эти вот, да, двери, получается, надо освободить. Да, двери освобождаем, пам-пам-пам-пам, а вот эти все блоки давай перенесем, так, окей, я подошел, а, я проверяю, открываются ли блоки, окей, открываются ли двери, давай мы двери укрепим, вот так, а ну, открываются двери, да, открываются, отлично, и вот так, тан и тан, окей, где еще есть слабая сторона, куда поставить блок один? Мне кажется, самая слабая сторона, вот она, да, совсем слабенькая. И мы пробуем вот так вот, не, может за 200 что-то я могу купить? Что я могу купить за 200? Я могу купить одного солдата слабенького. Не надо. Мерч, солдат я могу мерджить? Нет, я могу мерджить только вот эти всякие логи. Ну, логи пускай пока постоят. Купить хочу что-то или рискнем, а? Ну там же я еле выиграл, поэтому рисковать не надо. Давай купим 3 вот таких этих. 3 яйца, вудлог, окей, еще. Еще 10 вудлогов и еще 4 вудкрейта, окей.
Может, мы действительно сейчас все это померджить, чтобы были у меня все уже вудкрейты, а не вудлоги. А стоит? У вудлога 100 HP, у вудкрейта 150. А ну-ка. А где мерч? О, я начал случайно! Я случайно начал игру! О, нет! Я не успел использовать свои ресурсы, которые я купил, и сейчас я тупо проиграю. Может, сразу аборт, а? Ну, это невозможно. Ну, давай, ладно, рискнем. И давайте все мои защитники выходите на защиту. Лучник один сейчас умрет. И это же лучший лучник. И это же the best лучник. О, он не выжил. Короче, все. Короче, я не знаю. Если я сейчас тут выживу этот раунд, это прям... Там секундомер шел, я понял. И по секунд... Я выигрываю! Я выигрываю этот раунд. Там шел секундомер, я понял. Я не нажимал кнопку старт. Это просто секунды закончились, и все, и раунд начался самостоятельно. Победа! Ура! Ура! Я не ожидал! Я реально не ожидал, что будет победа. У меня 100 монет. Так лучше бы тогда за 300 что купил. Ну, неважно. Все, поехали. Так, мерч. Я хотел спросить, чтобы получить один вудкрейт, мне надо 4 лога. Не-не-не, я лучше их расставлю как есть. Удаленных нет. Вот, у меня есть 4 крейта. Давай, тан. Так, хорошенько укрепили здесь. И вудлогами давай вот это. Тан. Еще. И мне надо... Да-да, мне надо защитить лучше лучника. Вот. Лучника надо защитить. Вот максимально я сейчас закрываю его. Ну что, он у меня очень крутой лучник. Все. Можем начинать? Старт. Да, вот, 50 секунд. Это я долго думал просто. Оно прошло, и раунд сам начался. Что, я хорошенько укрепил лучника... И что я еще сделал? И больше ничего. И немножко укрепил лучше этого. Вот так, ворота открылись. Так что ты тут тупишь? Иди защищай. Вот он стоит, тупит в воротах, а? Ах ты тупила. Вот стоят зря, а? Ну зря стоят. Вышел бы, надавал бы по башке всем там. А они из лука стреляют. У этих лучники есть. Давай. Валите их. Всех валите. А мой копьеносец где? А вот он еще живой. Он еще живой, отлично. Так, малыш упал, он мой. Так, короче, из тех, кто на земле... А, есть, они живые. То есть они падают, они возвращаются. Они бессмертные. Это круто. Так, вот этот пенек страшный. Надо его победить сейчас. И, в принципе, мы пока живем. Лучники все мои нормально. Все, окей. У этого один лучник остался. Ей! И за эту победу я зарабатываю 100. Ой-ой-ой. И за эту победу я зарабатываю 120. Так, старт через 100 секунд. 250 денег. Тратить, не тратить? Не знаю. Хотелось бы заработать, чтобы еще какого-то хорошего оруженосца купить. Ну, я не знаю, вот мне жалко тратить. Я не знаю. Давай потратим, ладно. Иначе я могу просто не пройти этот раунд. У меня 70 секунд, чтобы... Это пам, чтобы... есть один укрепленный. Давай. Еще один укрепленный, или что там будет? Еще один укрепленный, отлично. И 2 укрепленных, ей, это хорошо. Так, ставим укрепленные, где? Вот, чтобы защитить лучников. Конечно же, чтобы защитить лучников. У меня 50 секунд, отлично. Пам. Так, я защитил хорошенько этого лучника. У меня остался один только укрепленный блок. Где мы его поставим? Давай вот здесь. Вот так. Все, ресурсов больше нет. Надеюсь, очень надеюсь, что я сейчас смогу отбить это нападение. Итак, пеньки, самые страшные. Их очень много. А почему эти тупые вот не выходят, а? Они выходят только когда уже прорвали оборону, что ли? Ну, а так бы они уже кого-то там побили немножко. Пеньков просто куча. И они же, HP у них там прям по 400 у всех. Это страшный уровень, очень страшный уровень. Я боюсь, что я не смогу здесь ничего сделать. Но посмотрим, будем очень надеяться. Так, так. Вот интересно, мои малыши, вот они падают. Они вернутся к бою или нет? Или все, им капец? А ну-ка. Да, они вернулись! Они бессмертные! Ей! О, ноу! Я проиграл. Хоть мои малыши и бессмертные, но я проиграл. Короче, надо было мне что-то с этим делать. Ну, вот нельзя было начинать этот раунд. И что получается? Я опять буду второй раунд начинать сначала, да? Ну, давай, начнем сначала. Только теперь
Только теперь нужно будет зарабатывать на какого-то крутого бойца за 400. Окей? Окей, договорились. Погнали. Зарабатываем левел 2. Старт. Зарабатываем на крутого бойца. И посмотрим, что сейчас. Ну, начало, конечно, изи должно быть. Сколько их? Трое? 8 человек, да? О, вышел, вышел из ворот встречать. Правильно, вот так надо. А то он немножко был протупил. Это когда они с другой стороны заходят, что ли? Я не понимаю. Когда с другой стороны заходят эти монстры всякие, они тогда, это, они тупят и ждут вот возле того угла, где они стоят, да? Окей. Ну, вернулись. Такие прикольные вот эти малыши. Так, победа. За победу мне дали 98. И сразу старт новый, давай. Ей, победа, попрыгали, покричали. И идем дальше. Старт, старт. Мне надо 400 денег на нового классного бойца. И что, круто, что они бессмертные. Прям очень круто. Так, выходят прям встречать. То есть мне надо еще одни ворота в другую сторону. Что, прям вышел, прикинь, встретил. Надавал по башке вон кому-то. Вон, кого-то даже убил. Ей, ну его убили сейчас, но он сейчас должен вернуться. Да, он опять в игре. Он опять в игре. Ай, тупит, ой, тупит. Так, ладно, вышел. И вот сзади по башке им дает. Те ему сдачу даже не успевают давать. Потому что он сзади их лупит по башке. Ой, один бьется, один бьется. Так, так, так. Немножко, да. Так, вторая волна отбита. Почти. Почти. Вот Сворцман, ну что ты там тупишь стоишь, а? Ну вышел бы вон сзади, ему дал бы. Он малыш там все сделает. Итак. Новая победа. У меня 245 денег. Попрыгали, ура. И начинаем опять. Третья волна второго, чего там, уровня. И вот. Все идут с этой стороны, и чувачки из ворот выходят. Отлично. Молодцы, молодцы. Они вышли из ворот. Даже если их тут сейчас убьют, они вернутся. Вот, по-моему, да, копьеносца уже убили, нет? Где он там? Не, он стоит, тупит внутри. Его убили, а он стоит опять внутри, тупит. Ладно. Ничего, сейчас, когда будет прорыв обороны, они выйдут. Вот-вот-вот, прорыв прошел. Да, нет? Да, вот уже встречает. И сейчас им тут надают копьем, дубинкой и всем подряд. Ну, давай. Есть, эти лежат. Что тут еще? Тут пару человек осталось. Блабов, пару блабов. Это не люди, это какие-то блабы. Черные блабы. Есть, новая победа. 112 денег, мне осталось совсем чуть-чуть. Мне нужно, очень нужно выиграть следующий раунд, чтобы у меня было 400 денег на нового бойца. Старт. Вот я не помню, проходил ли я этот. Мне кажется, да. Да, я проходил. Я застрял на последнем, на самом сложном. Ну, на последней волне второго раунда. Итак, этот я должен отбить. Ну что, я же тут что-то поулучшал, поделал. Так, 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 ворота есть. Вот, да, копьеносца убили, он опять выходит. Это прям вау. Это прям вау, это еще круче, чем лучники. Ну что, лучника убили и все. А копьеносца убили, и он опять вернулся. Ей, вот его опять убили, где он там? Копьеносец. Копьеносца убили, а он не вернулся, что ли? А, секунды, 3, 2, 1. Возвращайся, да! Каждые 20 вот этих секунд они могут возвращаться. То есть не сразу, а вот через 20 секунд. Ей, это круто, прям вау. Я сразу думал вот эти, которые внутри стоят, но бездельники, короче. А они прям молодцы, они прям очень крутые. Они даже, может, круче в какой-то мере, чем это, чем лучники. Потому что они бессмертные, они возвращаются. И победа! И это круто. Почему? Потому что у меня есть 400 денег на мою... На моего бойца нового. И, так, 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 где? Это мой новый боец, и это будет еще один спермен. Мне надо его добавить. Итак, у меня внутри три блоба таких, один с копьем. И сейчас мы добавляем еще одного с копьем. Отлично. Так, стоп. У меня внутри, сейчас покажем. У меня внутри два копьеносца. И посмотрим, поможет ли это мне пройти вот этот опасный раунд, где куча пеньков. Выходите уже, копьеносцы! Уже выходите, не тупите. Ну, они тупят, там стоят. Они тупят, стоят. И сейчас моего самого лучшего лучника могут завалить. Выходите уже! Ну, наконец-то, вот. Ему надо было, чтобы прорвали оборону, и тогда только он вышел. А тот стоит, он тупит возле дверей. Вот же, что же, бестолковые. Ой, мой кемп немножко страдает.
Ой, лучник, лучник сейчас проиграет. Ой, сейчас проиграет лучник. Проиграл. Так, восстановили, зато выжили вот копьеносцы и все остальные. Ой, но чувствую, не будет, ничего не будет. Пока что у меня еще недостаточно мощи, чтобы отразить все уровни, вот эти вот, все волны второго уровня. Как это называется? Да, левел 2 и так далее. Так, do you want to teleport to lobby? Ну окей, хорошо, и что там? И в лобби? Что в лобби? Сражаться друг с другом, что ли? И, ага, вот. Что-то тут, тут тоже всякие яйца. Короче, если ты прокачиваешься, тут есть яйца за куча чего-то, каких-то денег, даже не видно цены, потому что я тут еще ничего не делал. Короче, когда ты проходишь всякие кингдомы, потом еще есть новые локации, Dark Forest, Deadly Pass и тому подобное. Короче, игра очень прикольная, очень такая, мне понравилась даже. Не сильно, как это, нервная. Просто веселые чувачки, которые там за тебя сражаются. И я круто посражался, почти прошел второй уровень. Еще буквально пару сражений, и я пройду. Если вам понравилось, как я сражался, и мои блобы защищали меня, блабы, ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на мой канал, и всем пока-пока!